Коли голуби б'ються, їх можна зловити в руку дуже легко. Ми самі винні, що вони такі злі і б'ються. Хочеться наказати, злякати. Дивіться, як вони б'ються. І в цей момент можна легко схопити. Зараз побачите. Дивіться, бачите? Але я вам не рекомендую ловити голуба, бо в них може сердечко маленьке стати. Гляньте, які красні. Бачите, який красунчик. Можна погладити його. Який ти хорошенький, я так люблю тебе, так гладий голубів. Дивіться, які гарненькі. Відпускаю, все відпускаю. Більш не бийся, добре? Вони б'ються і неуважні, але ловити я вам не рекомендую, тому що можна пошкодити крило. Ви бачили його? Він лежав, його просто той голуб прижав, якби схватив за клюв, він не міг двинутися, його легенько так взяв зверху, щоб не пошкодити крила. Якщо різко схватить, мене поламати крило, ще щось, і голуб мре. А це дуже прекрасні тваринки. А тепер він не буде битися. Ну буде, звісно, буде важніший. Одного цвіта. Могут порваться, поэтому себе подушки подложил. Извините, что я в трусах, я просто дома в трусах. Вот так вот я могу отжиматься, представляете? Ну, не так больно. Каждому велосипедисту советую, вот у меня есть жир, и советую его убирать. Вы падаете часто, и лишний вес работает против вас, поэтому нужно его убирать. Оставлять только одни мышцы и желательно растяжку побольше, посильнее. Я когда делал бэкфлип-хилл-кликер, даблфлип, это все я за один день выучил, и был супер, очень сильно растянут в воду. Научился много мото-трюков. После этого я сломал спину, и сейчас не то, что на шпагат, я раньше садился на шпагат спокойно, а сейчас даже вытянуть ногу не могу, меня там выстреливает что-то, переклинивает, короче, очень больно. Но отжиматься я могу. Нет! Нет, все. Нет, все, короче. Ну, сложно, нужно меньше вес взять. И спорим. Короче, сейчас вам покажу, что здесь. Я храню вот банки из-под помидор. Где-то по 2-3 литра, штук 5. И 3 пакета Novus. Ручки, чтобы не порвались, так вот кучу беру. И нормально. Короче, как-то вот так. Все, помылся, я готов ехать кататься. Еще 2 часа у нас темно. Максимум нормально откатать. Я собрался, оделся, еду кататься. Сейчас у меня есть 2 часа. А потом, после этого, я сразу же поеду в бассейн, поэтому свой взял рюкзак с принадлежностями. С плавками, которые спадают с меня. Не успел их починить, новые купить не было времени. Погнали, фраера. Пацаны, мутить за нос задним колесом я не умею. А ну-ка. Оп, научился. О, лед.
Сложно, очень. Класс. Я объяснял, что жестче, мощнее, друзья, но у меня болит рука. Поэтому, извините, я аккуратно катаюсь. Брусмин 2 месяца не делал. Блять, по руке ударился. Так, рука почти пошла. Нормально. Блин, голубь мертвый. Замерз бедненький. Бедненький. Нужно кормить зверей, друзья, потому что они замерзают. У них нет растений, ничего зима. Помогайте. Не нужно жлобиться, реально. Чуть хлеба дать. Я сейчас на, блин, текстильчику. Позавчера была здесь горка, уже нет. Рвать руль. Лево, справа от вас есть камень. Я только что расслабленной ногой, расслабленным голеностопом встал на этот камень. Для меня это ужасно больно, потому что у меня проблемы 3 года назад или 2 связки были порваны. С голеностопом болит до сих пор. Привет. Что, с ним вошло? Okay, да. Ох, бля. Ох.
выше. Я сам буду пробовать. Нет, нет. Еще раз с тобой. О! Сейчас будет. О! Что, Миш? Миша, если что? Давай, кажи, я сейчас покажу. Дроп с парапета, да? Я вот так вот. А за нас зробить? Ну, скажи, Захар, до директора тебе вызвали, что там было дальше? Ну, из-за того, что я пришел. Голоснее говорить, тебе, добре? Что я, получается, написал под комментарием, что ты пасы, что ты какие-то дебил, что он недолбоёб. Вконтакте написал комментарий, то и вызвали до директора, да? Да, бо я готовил там попачу, типа, он тогда... Сильнее? Только что звонил Саня Рудик и сказал, что к марту он не будет выезжать на велику. Давайте его убьем. Вот если мы заставим его выехать к марту, к весне, хоть один раз зимой, это его убьет. Знаете, как вампиры боятся дневного света, также Саня боится дождя и зимы. Думаю, ну не катается, по крайней мере, на велосипеде, ездит на маршрутках и так дальше. И давайте же вместе, друзья, объединимся, наберем 10 тысяч подписчиков, ему придется делать бэкфлип даже зимой. Пешком пройшли в бассейн, а Саня в Ксюхиних тапках. Даже не влазить в нога, покажи. А, помнишь? Саня, що там взяв бассейн, показуй. Кого? Показуй, що взяв бассейн для відоса. Що взяв? Труси, що ще? Труси. Полотенчик. І гель. Які ти ще взяв по 10 гривень колись? Да, акційний. Акційний. Що ти робиш? Блін,
Саня качает руки. Очень хороший способ. Сань, давай нырнем. Аренда. Взяла в аренду басик. Давай. Давай тільки сразу ныряй нормально, як я тобі показував. Не пластом, добре? Короче, в мене проблема є. Hi guys, it's me, Мишаня. И сейчас, как я и обещал, я проведу конкурс, потому что за 3 дня победитель конкурса мне не написал в личку. Но заранее извиняюсь, приношу свои глубочайшие извинения, потому что условия конкурса чуть-чуть изменились, но... Я решил продать хартейл в сборе, а так как звезда подходит по цвету и нужна оригинальная звезда к продаже велику. Если я его буду барахолить... Я эту звезду не буду продавать. Я ее разыграю, потому что я обещал. Но пока я продаю велосипед в сборе, я ее убираю с продажи, извиняюсь за это, и победитель получит втулку. Втулка, кстати, с нормальной собачки, там только одна или чуть-чуть, я не знаю, но она крутится нормально. Сейчас я вам покажу. Собачки цепляют. Просто при большой нагрузке, так как у меня 36 звезда спереди и двухподвес, проскакивает, но еще не натяжитель цепи. Сама втулка в целом нормально, просто нужно немножко подшаманить. И в качестве компенсации к втулке еще шоколадка Ritter Sport на любого вкуса, на ваш вкус и цвет, за которая стоимость 70 гривен в супермаркетах, еще к втулке в подарок. Любой приз, какой он ни был бы, на шару, он крутой. Учитывая, что у меня денег нет, это нормально. Так что я бы дарил вам очень много всего, но у меня нет денег. Если бы я зарабатывал бы катание, не знаю, я бы отдавал бы половину на благотворительность, это точно. Ну, 30% минимум. И делал бы разные розыгрыши, вкладывал бы в скейт-парки, в дёрты, в развитие велоспорта, но у меня денег нет. А если не у тех людей, которым это все не интересно, и ничем таким они заниматься не будут. И тратят их впустую на их решение. Это моя жизнь, так что... Вернемся к конкурсу, продолжим, да? А вот, кстати, ребят, покажу вам. Я не знаю, как это работает, я просто экспериментирую, мне очень интересно, но походу еще заберут у меня партнерка 55%, и останется 60 центов, но 60 центов это мой первый доход за 10 лет с катания на велосипеде, что очень приятно, потому что я всегда вкладывал, я вкладывал много сил, я вкладывал в это, ну это мне нравится, да, но не нравится мне больше времени, что я делаю для катания. Провожу какие-то соревнования, иногда даже конкурсы, все бы это хотел делать на хорошем уровне, но для этого нужен бюджет, которого нет. Я просто вкладываю с того, что у меня и так нет, и даже одалживаю деньги, чтобы что-нибудь сделать, потом продаю велик, отдаю эти деньги. В общем, полный бред, и очень радует, что я никогда не получал, только отдавал в катание весь себя, свои... Травмы кости, все отдавал в катании, но и сейчас, как видите, что это, первый доход, я не знаю, но это очень, выглядит очень круто. Так, вот кому интересно, статистика моего канала сподобалась, понравилось 427, мне понравилось 83, ну не смотрите, если не понравилось. Комментарии 45, поделилися,
Вот 16 поделилось человек, ну, моей страницы или там видео, не знаю, но вот этим 16 людям очень большая благодарность от меня и большущий респектос. Это то, из-за чего мой канал может развиваться, стать популярным. Те люди, которые делятся моим видео или моим каналом. Как видите, все друг друга рекламируют, там рекламы, я этим не занимаюсь, поэтому я неизвестен и денег на этом не зарабатываю. Поэтому у меня некачественный контент, поэтому много каких пробелов есть и изъяна видео. Но благодаря этим людям это все может вырасти и превратиться в что-то очень высокое, большое, намного выше и крутое. Поэтому благодарю вас очень сильно, те, кто делится моими видео и так дальше. А вот мой заработок с видео. 1 копейка, 6 копеек, 4 копейки, 1 копейка, центы. В общем, вот так. Но это первый все-таки доход мой за 10 лет с катания на велосипеде. Это очень большой труд. Иногда проводил соревнования, тогда я по месяцу бывало, помню, как мы 3 недели копали в карьере день в день, а потом я участвовал в соревнованиях и даже разучился за 3 недели кататься. Мы тупо копали каждый день, вдвоем, тупо 2 человека копали, чтобы потом приехало 30 и каталось. И поэтому я упал тогда на спину и даже разучился делать бэкфлип. 3 недели не сидел на велике, только перед соревнованиями за час начал раскатываться, что было очень глупо, лучше бы я не участвовал. Но это было в прошлом, много глупого делал. Так. Наконец-то я нашел, короче, 606 подписок. Спасибо вам, друзья, что вы со мной. И вот сейчас я буду выбирать победителя. Короче, я буду с закрытыми глазами. И когда досчитаю до 15, например, камера сфокусируется, на чем имени камера сфокусируется, тот и победил. Раз. За 2 секунды я до конца пролистываю. Я закрыл глаза. Короче, так вот. И раз, два, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Александр Федоровский выиграл в Тулочку. 9 месяцев. 9 месяцев назад он подписался. 17, 14, 15. Ну вот, блин, на 2 остановилось. Короче, еще раз. И так вот я ближе камеру возьму. Раз, два, 14, 15. Руслан Мороз подписался на меня 1 месяц назад. Короче, если вот этот первый чувак мне не напишет в течение дня, Руслан Мороз, ты забираешь штуку. Если ты не напишешь, сразу найду третьего. Кто будет третьим? Забирать шоколадку и втулку. Поехали. Так-с. Раз. 14. 15. Виктор Хромов. Подписался 5 месяцев назад. Вот. Возле Михаила Лепихова, Вовы Явчука и... Короче, Влад Макхалов. Как-то так. Вот ты третьим будешь. Виктор Громов. Надеюсь, кто-то из вас троих заберет втулку наконец-то. Плюс шоколад.